установлена статьями 2 и 4 федерального закона номер 5 о ветеранах. С 25 сентября началась выдача социальных талонов для бесплатного проезда в общественном транспорте на территории МОКОТЛАС. Согласно этим статьям, на социальные талоны могут рассчитывать только ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий. Сейчас им выдают талоны для бесплатного проезда на 4-й квартал. Получить их можно в пунктах выдачи, предоставив паспорт и соответствующее удостоверение. В кабинете номер 101 администрации города и в кабинете номер 1 администрации поселка Вычегодский. Каждый вторник и четверг с 9 утра до 4 часов дня. Пункты выдачи также располагаются в библиотеке 46-го лесозавода, в клубе «Октябрь» микрорайона ДОК и в Лиминском ДК. Режим работы смотрите на официальном сайте города.